У Довлатова был такой жадный интерес к людям, к разнообразию человеческих личностей. Довольно жестокий интерес. Его интересовали именно слабости, недостатки. Он их словно бы коллекционировал. Чувствуется такое эстетское любование, восхищение, изумление Довлатова. Вот до какой степени человек может быть идиотом. Вот до какой степени человек может быть пошляком. Вот до какой степени человек может быть подлецом и дураком в то же самое время.